Всем привет, я Евгений Матвеев, и это мастерская PitStop. Сегодня у нас вот такой вот будет двигатель FMB-шный и не совсем обычный гость. Гость выглядит вот так. Это детский квадроцикл, и, в общем, приехал он с проблемой по плохому пуску, но, к сожалению, по-быстрому и поверхностно проблему решить не удалось. Изначально самая главная проблема этого квадроцикла в том, что он слишком маленький. Это я в подробностях опишу позже. Из-за этого у него стоял слаборазвитый фильтрбокс. И стоял вот такого вот плана карбюратор, который сейчас частично разобран. У него спилена вот эта вот запчасть, флажок, которая закрывает заслонку обогатителя. И он здесь еще частично некомплектен, у него здесь нету вставки. Посмотреть на этот карбюратор на новый можно на примере данного. Вот можно увидеть, про какую недостающую вставку сейчас речь. Я здесь уже пытался вывернуть этот флажок, у меня не совсем получилось. Здесь еще киноэпопея предстоит. В общем, суть. Как выяснилось, цилиндропоршневая группа потихоньку-потихоньку умерла. На распредвале здесь просто сумасшедший люфт. То есть подшипники дрова. Все это обусловлено тем, что у двигателя всего одна передача. У двигателя, как видите, нету ни кикстартера, ни рычага переключения передач. Здесь голо. Нету даже датчика, который показывает вам, какая включена передача. То есть все технологические отверстия отсутствуют. Заводится он исключительно с электростартера. И основная его проблема — это плохой обдув. Потому что двигатель FMB, который охлаждается, разумеется, набегающим потоком. Сам двигатель собран, ну так, по ощущениям, на уровне третьей передачи. Тем более, что эта техника прокатная. И он зачастую больше где-то там буксует, газует, забирается на гору, но никак не едет с хотя бы мало-мальски приемлемой скоростью. Поэтому вот в таком состоянии, в связи с этим, в таком состоянии распредвал, в таком же точно плачевном состоянии цилиндр, выработка больше 3,5 соток. Я купил уже ему новый цилиндр. К сожалению, разбор я не показал, потому что мы разбирали бегом-бегом, дабы выяснить основную причину, почему оно не ехало. Я сначала думал, что обойдусь только ремонтом карбюратора, но не тут-то было. Пришлось разбирать весь двигатель и выяснять, почему он плохо заводится, плохо едет, дымит, ест масло. Масло было в двигателе там всего ничего, около 150 грамм. Короче, все плохо. Поэтому сегодня будет достаточно скучный раздел видео по установке поршневой группы, по установке меток ГРМ. И потом достаточно веселая часть с установкой этого двигателя обратно на раму, поскольку это еще та задачка. Места очень мало. Вообще, если честно, для меня до сих пор остается загадкой, какого типа здесь стоял карбюратор, потому что если посмотреть на головку, ни для кого не секрет, что головка имеет специфическую форму, и в связи с этим разместить карбюратор близко к ней не удается. Я сейчас покажу тракт. Все, кто ездит на альфах, на дельтах, сразу заулыбаются. Вот такой вот тракт. Он супер короткий, изогнутый, как шахматный конь. И все это из-за того, что карбюратор нужно было разместить между впускным трактом и стартером. То есть все это приблизительно выглядит вот так. Места просто катастрофически не хватает, потому что здесь еще проходят над двигателем две трубы, а впереди стоит рулевая колонка. То есть настолько тесно, что некуда поставить нормальный фильтр. Так что еще с фильтром будет возня. Самое главное, когда выбиваете палец, придерживать поршень за его тело. Потому что многие начинают лупить на весу, часто гнут шатун. Особенно велики шансы согнуть шатун у тех, у кого поршневая поездила вообще хорошо, поездила на дерьмовом масле. Потому что весь фокус в плохом демонтаже. Потому что вся сложность в плохом демонтаже пальца заключается в том, что вот здесь вот перед стопорным кольцом образуется нагар. Не всегда, но образуется. Особенно сильно подвержены этому двухтактники, потому что там продувка через боковые окна, и в связи с этим там нарастает особенно все хорошо махровым слоем. Поэтому всегда, если плохо выходит, то лучше даже подставить с другой стороны молоток другой или что-то тяжелое.
который имеет вот, ну, большую инерцию и вес. Потому что у меня такой случай был, когда я запряг помощничка выпрессовать заварившийся на шатуне палец. Он-то его выпрессовал, только коленвал все равно пришлось выбросить, потому что шатун был загнут. Цилиндр ничем не примечательный, коек сотни тысяч. Диаметр, по-моему, такой же точно, 47. Да, абсолютно такой же. В комплекте идет 5 колец. Ну, вообще, конечно, 3. Но нижнее кольцо, а именно маслосъемное, составное, для тех, кто не знает. Собирается оно следующим образом. Ставится сначала гофрированная часть, она выглядит вот так, а потом под нее и над ней ставится тонкое кольцо. Вот так. И второе. Я обычно развожу замки вот этих тонких колец на 180 градусов. Хотя это не принципиально важно. В сборе это выглядит вот так. Берем два кольца, смотрим на них. Одно из них черное, второе светлое. Светлое кольцо стальное, темное кольцо чугунное. Чугунное ставится вниз. Желательно ставить маркировкой вверх, хотя на четырехтактных двигателях это не принципиально важно. Маркировку можно часто увидеть на конце кольца. Выглядит она вот таким образом. Принципиально важно ставить маркировкой вверх на двухтактных двигателях, потому что там форма колец необычная. У меня есть отдельно видео по этому вопросу. Итак, устанавливаем. Устанавливается достаточно легко, заводится. Сначала один край кольца, и потом прокатывается пальцем. Все встало. Далее. Всегда смотрим маркировку поршня, потому что многие этот момент упускают. Очень важно ставить поршень в правильную позицию. In значит intake. То есть получается, что этой маркировкой надо ставить к впуску. Впуск у нас сверху, значит получается, что маркировку надо ставить вверх. Далее. Стопорные кольца. Я всегда ставлю одно сразу на поршень для удобства. Ну, это в случае, если устанавливается это все на мопеде, без съема двигателя. В моем случае это было сделать просто невозможно, потому что рулевая колонка не позволяла снять не то что цилиндр или головку, надо даже клапанные крышки, там не сильно то удобно снимать. Далее. Заводим поршень. Палец. И теперь остается только стопорное кольцо. Частенько возникают споры у двухтактников и у четырехтактников, что, мол, четырехтактнику простительно ездить без одного стопорного кольца. Я бы сказал, что четырехтактному мотору меньше шансов заклинить без стопорного кольца. Но ему намного более страшно без него ездить, если вы его забыли. Потому что, когда образуется борозда на цилиндре от выехавшего в сторону пальца, через эту борозду потом попадает масло в цилиндр, которое, во-первых, начинает бешено расходоваться, во-вторых, оно засирает сразу выхлопной клапан. И все, что рядом с ним, короче, ничего хорошего. Поэтому желательно все это дело не забывать. С прокладками особенно аккуратно надо обходиться. Особенно на этих двигателях, потому что здесь через правую шпильку, ну, то есть через ее канал в самом цилиндре, производится нагнетание масла в головку. То есть через этот канал подается масло именно вверх башки. И очень важно здесь собрать все правильно. Часто я наблюдаю картину, когда разбирается двигатель,
и у него задран распредвал. Начинаешь снимать цилиндр, здесь обильно все намазано герметиком. И вот этот вот канал заблокирован. Через вот этот канал масляным насосом подается масло. И, конечно же, если он заблокирован, происходит масляное голодание головы. Голова моментально перегревается и ее начинает драть. Дальше это уже только замена головки, потому что там такие процессы необратимые происходят, что ремонтировать после уже нечего. Кто-то там мне советовал оправку купить. Куда тут с этой оправкой лезть? Места нет. Кстати говоря, очень сильно подвержено деформации именно маслосъемное кольцо. Поэтому, знаете, я убедился в том, что существует огромная масса суперсильных людей, часто не обделенных интеллектом, которые стараются затрамбовать поршень в цилиндр во что бы то ни стало, даже ценой маслосъемного кольца. Что из этого всего выходит по итогу, я думаю, не стоит рассказывать в подробностях. Поэтому, если у вас силы в руках много, а опыта мало, рекомендую вам с особой осторожностью относиться к данной процедуре. Потому что, возможно, если вы соберете все это неправильно, вы будете потом долго-долго удивляться, почему же у вас так дико жрет двигатель маслом. Мне звонит и пишет великое множество людей с такой проблемой, что говорит, я все правильно собрал, но у меня дымит мотор, масло жрет, нифига не прет, и все из этого вытекающее. Это вот как раз из той оперы. Смотрите, есть вот такая прокладка, композитная. Она выполнена из нескольких материалов. Когда она устанавливается, то вам не стоит переживать по поводу того, стоит ли сюда ставить специальный уплотнительный манжет, потому что у вас здесь колечко, и если у вас примыкающие поверхности геометрически правильны, а именно имеют форму плоскости, без каких-либо изъянов, то вам не стоит переживать по поводу установки сюда манжета уплотнительного. За вас это все делает прокладка. Если у вас прокладка здесь металлическая, то вам надо ставить манжет, потому что металлическая прокладка не в состоянии удержать здесь масло. То есть, ну, как бы шансы есть, что вам повезет, а может быть и не повезет. Может начать снизу отпотевать. Зачем вам это нужно? Так, сейчас будем собирать головку. Сбор головки — это особенно интересная, неинтересная процедура, потому что неинтересна она тем, что головка примитивная, всего два клапана, длинные коромысла или коромысла. Многие, кстати, тоже спорят по этому вопросу. Я не буду отвечать, как правильно, я сам не знаю. Так, распредвал. Посмотрим, что нам тут продали. Обычный широкофазный распредвал. Без каких-либо интересностей. Возможно, с ним двигатель будет сокатать. Кстати, многие тоже обращали внимание на то, что два совершенно одинаковых двигателя с совершенно одинаковыми зазорами работают совершенно по-разному. Один работает тихо и очень приятно, второй цокотит. Цокотение зачастую происходит на злых валах, тогда, когда фаза продувки короткая, а высота подъема клапана очень велика. И в момент закрытия клапана распредвал клапан бросает на седло. И происходит цокот. То есть, вроде бы, при нормальных зазорах двигатель начинает цокотеть. Думают все, что цокот происходит от коромысел. На самом деле цокот происходит от броска клапана на седло. То есть сам клапан стучит. С этим ничего не поделаешь. Сказать, чтобы это было что-то страшное, я не могу. То есть это все штатная работа. Многие форсированные двигателя тарабанят как умалишенные. Ничего, выхаживают свой ресурс исправно. Головка собирается довольно банально. Без каких-либо выпендрежей. Просто-напросто вставляется сюда распредвал сначала для удобства. В общем-то, на этом все. Далее ставим коромысло. А, стоп, это не то. Не то, не туда. Вот начинаются первые сложности в установке. Коромысла сделаны таким образом, что одно из них на теле здесь широкое, другое узкое. То есть перепутать их достаточно сложно местами. Что касается направляющих, на которых коромысла работают,
У них с одной стороны внутри есть резьба. То есть, если посмотреть на это все поближе, вот таким это, образом это все выглядит. Резьба здесь неспроста. Она нужна для того, чтобы можно было эти направляющие в свое время, когда это будет необходимо, демонтировать. Поэтому, если вы обслуживаетесь самостоятельно, то я вам рекомендую направляющие ставить резьбами наружу. То есть за эти резьбы можно вкрутить туда болт с соответствующей резьбой и вытащить коромысло, то есть не коромысло, а направляющую наружу. Интересное явление постоянно наблюдаю. Есть у меня два растворителя. Видимо, они по составу разные. Один украинского производства, другой российского. Так вот, каждый из этих растворителей в определенное время растворяет свой угарь. То есть вот этот, допустим, вот он российский, по-моему, Нижний город Химпром. Он сейчас не берет эту гарь. Вот я сейчас возьму украинский, и он ее отъест. При этом совершенно точно у меня будут условия, абсолютно одинаковые, когда украинский не справится, а этот с удовольствием съест то, что здесь понагорало. Росчинник Омега 646. Но я все-таки грешу на то, что, скорее всего, из-за разности состава, потому что в 646 растворителе, в отличие от 650, 7 компонентов. У 650 всего 3. И у 646 есть одно плохое качество, что у него есть в составе ацетон. Ацетон очень сильно сушит, зато просто прекрасно растворяет шлак всякий подобного рода. То есть у каждого растворителя есть свои определенные свойства, где он либо хорош, либо плох. То есть как в данном случае. 646 хорош, чтобы чистить головку, но плох, чтобы красить, потому что он очень сушит краску. И при его использовании невозможно добиться здорового блеска поверхности. Зато 650 обеспечит вам идеальную поверхность, зато не в состоянии отъесть головку. Кстати говоря, удивительно, что головка, несмотря на свое такое внешнее состояние загаженное, абсолютно нормально себя чувствует. То есть клапана держит, я их пролил, посмотрел. Потому что редко такое бывает, но вот феномен его величества. Далее ставим головку. А, тут еще, кстати, тоже один интересный момент с установкой головы. В первую очередь, перед установкой головы надо не забыть то, что я чуть не забыл. А именно, вот этот вот ролик, успокоитель. Если на четырехтактных QMB-шках применяется снизу длинная такая галоша, успокоитель, то здесь применяется ролик, потому что натяжитель цепи находится снизу, практически у оси коленвала. Рычаг воздействия у него короткий, поэтому усилие, в принципе, на цепь практически минимальное. Несмотря на это, цепь не перепрыгивает. Хотя она не перепрыгивает в первую очередь по той причине, что она предельно короткая. То есть даже если натяжитель отпустить, у вас не сильно много добавится свободного хода для того, чтобы перебросить, допустим, цепь хотя бы на зуб, на звезде. Именно в связи с этим возникает жесткая необходимость заблаговременно эту вот звезду сюда надевать, прежде чем вы оденете головку. Потому что в противном случае вы навозитесь, обматюкаетесь, а поставить, скорее всего, не поставите. Здесь очень тесно просто-напросто. Слишком мало места. Что касается газораспределения, то на этих двигателях предусмотрительно бывает либо две пробки, либо пробка и крышка, как в моем случае. Крышка не очень удобное решение, но поскольку оно есть, ничего уже не поделаешь. И самое интересное, что уже из четырех болтов здесь только три. И опять же по определенной причине. На одном гнезде нету резьбы, болт закручивать некуда. Не знаю, как можно было сорвать здесь резьбу, хотя визуально она абсолютно целая. Ну, не абсолютно, конечно, но визуально целая. Ладно. Теперь нам понадобится головка на 14. Стоять.
желательно длинная, или если таковой нету, то короткая с удлинителем. Далее понадобится найти метку Т. Вот так выглядит метка. И видно, конечно, плохо очень. Наверное, придется попытаться снять на камерный свет и подсветить совсем близко. Вон там буква Т еще рядом. Именно эта метка вам нужна. Потому что существует там еще куча всяких разных, там F, типа там что-то там. Даже для меня это, честно признаться, загадка. Для чего такая куча меток? Ну, видимо, определенные причины для этого есть. Так вот, когда вы вывели коленвал на Т, это ваша верхняя мертвая точка. Желательно цилиндр в этот момент посадить до конца. Он у меня подвылез немножко по необъяснимым причинам. Что тебе мешает? Не мешает ничего абсолютно, кроме направляет. Вот, залезла. Так, Т-шка не сместилась. И далее у вас есть здесь вот три отверстия технологических. И вот здесь вот еще есть точка, проштамповка на самой звезде. Сейчас я ее продемонстрирую. Вот эта проштамповка. Ну, вообще, по логике вещей, проштамповка, это надо ставить строго вперед. Таким образом, чтобы когда вы на нее смотрите, она смотрела ровно параллельно оси цепи. Это вам обеспечит, в общем-то, уже нормальную фазу ГРМ. То есть, когда вы поставите головку, все, что вам нужно будет, это провернуть распредвал в то положение, в котором ваши отверстия совпадут, и вы будете в состоянии посадить шестерню на свое штатное место. Но я часто собираю распредвал, то есть, ну, головку и фазы, и меткой вверх, и меткой вниз. Многие кричат, там аж прям с ума сходят, что так неправильно. Но я вам скажу, что поршень и во время такта сжатия, и во время такта выхлопа совершенно одинаково приходит в верхнюю мертвую точку. Поэтому абсолютно не имеет никакой разницы, как ставить шестерню. Либо точкой вверх, либо точкой вниз. Я это говорю к тому, что распредвал крутится по отношению к коленвалу со скоростью ровно в два раза меньше. Поэтому за каждый оборот коленвала у вас распредвал делает полоборота. В связи с этим можно поставить фазы и на впуске, то есть на выпуске, и на сжатии. То есть Т-точка может стоять либо строго вверх относительно цилиндра, либо строго вниз. Единственное но, что когда вы будете регулировать зазоры на клапанах, вам, конечно же, все равно надо будет вывести поршень на фазу сжатия. Только тогда вы сможете правильно отрегулировать зазоры. В противном случае у вас ничего не получится. Итак, теперь берем болты М5 на 9, не знаю, для чего это сделано, каждый раз разбираю, каждый раз улыбаюсь с этого всего. Самое интересное, что на Honda Cup шестерня распредвала держится не на трех, а на двух болтах. У них такая же точная резьба М5, но с одним лишь но. Она у них подключена 8. Японцы не мудрились этим делом. Не знаю, для чего мудрились этим делом китайцы. Поэтому нам понадобится головка на 9 и переходничок. Я буду тянуть пневмогайковертом на среднем давлении. Это где-то будет около 10-15 ньютон-метров. Ну, чисто теоретически можно даже проверить результаты трудов пневмогайковерта. Угу. Ну, как бы не спешит крутиться больше, значит, затянуто.
Это, в общем-то, основная причина, по которой я не затягиваю трещоткой. Потому что начинает проворачиваться. Нужно думать, чем заблокировать и все такое. Так, теперь. Ну, теперь, собственно говоря, не грех и фиксировать цилиндр с головкой. Здесь есть вот такие вот два болта М6, 25 мм. Форм-фактор у них двойной, под ключ на 10 и под отвертку PH2. По-моему, даже PH3, я думаю. Сейчас мы это опытным путем проверим. Я сейчас наживляю головку относительно цилиндра. И теперь мне надо зафиксировать непосредственно цилиндр. Берем отвертку. Где она у нас? Вот она. На 139 QMB это все сделано немножко иначе. Здесь немножко, в общем, они попримитивнее решили вопрос. И, кстати говоря, я должен заметить, что не совсем удобно. Так, теперь... Для максимального удобства понадобится рожковый ключ для того, чтобы наши М6 под ключ на 10 притянуть, но без фанатизма. Максимум где-то 8-10 ньютон. Не, ну конечно можно потянуть и 17, но это уже будет предел, поскольку 17 вам простит цилиндр, потому что он чугун, а вот простит ли блок с сырым алюминием, я вот уже не знаю. Кстати говоря, чуть не забыл вам рассказать кратенько про принцип подачи масла в головку. Как я уже говорил, подается масло по правой нижней шпильке. Далее масло попадает вот сюда в отверстие. И здесь происходит волшебство. Мы имеем вот такого вот плана крышку, в которой есть пара технологических отверстий. Вот одно из них углубление. Потом идет паз. В пазу с нижней стороны... Вот здесь, так, как бы это показать. Когда крышка установлена, вот так, масло поступает по правой нижней шпильке, попадает через отверстие в паз, через паз попадает в отверстие просверленное вот здесь насквозь, здесь вот заглушка имеется, потом сюда и в центр распредвала. И уже центробежной силой масло разбрасывается через кулачки, в первую очередь на коромысло, и, в общем-то, обеспечивается здесь смазка как подшипников, так и коромысел. Вот такая вот штука. Поэтому здесь, кстати, тоже очень важно не забить вот это вот отверстие. Оно достаточно маленькое, и здесь с герметиком лучше не шутить. Ладно, это все мало интересно на самом деле. Далее следует установка правой крышки, потом верхней крышки. Верхняя крышка выглядит вот таким вот образом. Все это можно собрать теоретически как на прокладке, так и на герметик. Закручивается болтами, то есть не болтами, а гайками М6. Вот такого вот плана. Они глухие сверху. Все это для того, чтобы резьба не забивалась. И вот эти конкретно шпильки закручиваются с усилием 17 ньютон-метров минимум, что соответствует 1,7 килограмма. Теперь остается лишь отрегулировать зазоры. Так. Всегда в нижней чашке масса собирается. Ну, это, в общем-то, физика. Итак, зазоры можно поставить чуть-чуть погорячее. Давайте поставим 4. Ну, тут уже 4. Уже нормально. Ладно, нижний клапан. Сейчас поглядим. 8, я считаю, будет, ну, относительно нормально. Берем головку на 9. Отпускаем контрагайку. Дальше понадобится какой-нибудь инструмент а-ля маленькие плоскогубцы. Далее берем щуп. И закручиваем все это дело без фанатизма. Ну вот, 0,8. Если нету проходной головки, то есть той, которая позволяет через ее торец посмотреть, как происходит затяжка, то рекомендую запомнить, в какой позиции у вас остался толкатель. Сейчас я покажу и объясню на примере верхнего толкателя.
О чем я говорю? Тут, пожалуй, понадобится даже ключик на 9. Рожковый. Потому что обычной головкой тут ну никак. Потому что головка закрывает нам обзор. Есть у меня вот такой вот печальный-припечальный ключ на 9. Ему много-много лет. Но он не так часто нужен, чтобы надо было покупать какой-то суперкрутой ключ. Вот, затянуто. На примере верхнего толкателя объясняю, что я хотел вам донести. Итак, берем еще раз наш щуп 0,4. Наверное, даже 0,5. Ну, давайте 0,5 попробуем просунуть. Распредвал-то, в общем-то, новый. Даже не новый, а... Ну да, новый, чё я. Ну, того же типа. 0,5 не влазит. То есть, что необходимо учитывать, когда вы регулируете зазоры на клапанах? Ну, данного типа. Потому что методы регулировки бывают разными. Бывает, обычными шайбами подкладывается, как на свежих моделях четырехтактных Dio. То есть вы поставили щуп, открутили контрагайку и запомнили, в какой позиции, после регулировки, запомнили, в какой позиции у вас толкатель. Самое главное, чтобы когда вы накидываете головку и затягиваете контрагайку, у вас позиция толкателя не изменилась. Потому что если изменится, это будет значить, что он, скорее всего, провернулся вместе с гайкой и ваш зазор ушел. То есть вот это надо учитывать. Если у вас есть возможность, там, допустим, зафиксировать как-то этот толкатель, или, к примеру, оставить щуп на зазоре, тогда практически гарантированно толкатель не провернется, и зазор будет в норме. В общем, суть в том, чтобы не дать ему провернуться, потому что зазор уйдет сразу. Итак, у меня все здесь, можно все это дело закручивать. На пробках стоят манжеты. Хорошее решение, только вот здесь манжет какой-то такой достаточно странный. Он худой, как я. Я его, в общем, все равно одену пока. И посмотрю, будет ли он держать. Если не будет держать, то мы его заменим. Так, стоп. Все, в таком виде я сейчас буду кидать мотор на его штатное место, потому что если все сейчас навесить, то его уже туда будет засунуть практически невозможно. Очень мало места. Итак. Вроде все такое маленькое, ну, не особенно даже тяжелое. Но настолько неудобно иной раз. Так. Кстати говоря, верхнее крепежное ухо даже не задействовано в этой конструкции. Двигатель, кстати говоря, прикручивается всего за заднее ухо и за нижнее отверстие, куда обычно прикручиваются подставки для ног самого водителя. Такие вот вещи интересные. Как бы там ни было, все равно одно только радует, что оно действительно все миниатюрное. И здесь помногу заморачиваться просто не на чем. Итак, что у нас тут? Внизу болты были разносорт, насколько мне не изменяет память. Сейчас поглядим. Ну да, вот три штуки под ключ на 10. И один из них тут какой-то не особенно хороший. Ладно, сейчас я попробую поискать у себя в восьмерках. У меня, по-моему, был где-то похожий крепеж. Если... Да, точно есть. Вот он, на 10. Потому что, знаете, не знаю кому как, а вот для меня лично самое противное, это когда, допустим, в том месте, где должен быть однотипный крепеж, использовано, допустим, там 2-3 и более типов крепежа. Вот взять на Yamaha 3KG крышку вариатора, приезжает какой-нибудь такой лютый колхоз,
И там из 11 крепежных болтов, ну, слава богу, что осталось там 5-6, но при этом все эти 6 идут разного форм-фактора. Один под шестигранник на 5, один под отвертку шлиц, один под отвертку PH2, один под отвертку PH3, один, допустим, там вообще какой-то немыслимый, слизанный, там еще что-нибудь. Просто, ну, такое колхозище порой, что, ну, просто, вот, ну, ни в какие ворота, ни в какую голову не помещается. Думаешь, тут та процедура, на которую ты бы там потратил, ну, просто секунды, настоящие секунды, как на реальном пит-стопе, то здесь ты на это тратишь просто уйму времени, потому что каждый крепеж индивидуален, и под каждый крепеж нужна своя головка. Так, где у нас головка на 10? А, вот так. И трещотка на 1/4. Вот она. Не могу наживиться в одном месте. Тут еще так все сделано, что вот, вы знаете, если бы не подъемник, тут можно было бы целый день попадать, стоя раком над этим всем. И ничего ж не видно, вот что самое противное. Вот так вот. Так, на 10. Стоять. Я тебе не разрешал никуда катиться. Ну, основной крепеж установлен. Теперь нам надо бы вспомнить. Господи, где здесь катушка? Почему-то я ее не вижу. А вот же, я ее сбросил. Многое в этой конструкции здесь вообще не предусматривает быстрого съема. Допустим, нету вообще никакого разъема на стартере, на электрическом. То есть здесь вот под отверточку. Слава богу, что вообще есть под отвертку крепление, которое позволяет открутить. Теперь не лишним будет накинуть цепь. Цепь я сначала накину на большую звезду. Потом возьму маленькую звезду. И да свершится чудо, и я попаду. Стоять. О, есть. Тут есть определенный провис, но он не смертельный. Кстати говоря, читал комменты по поводу этого квадрика ВКонтактике. Один человек рассказывал, что у него был вроде бы такой же. И основная проблема с этим квадриком была, что цепь постоянно спрыгивала. Я думаю, что наверняка проблема была в нарушении соосности, потому что здесь, я так понимаю, звезда позволяет регулировать себя вправо-влево. Ну, иначе больше логического объяснения данному явлению нету. Ну, еще, конечно, можно принять на счет такой момент, как, допустим, износ зубов цепи. То есть не зубов цепи, а зубов звезд. И цепь тоже могла проскакивать. Чего уж там говорить, достаточно часто можно лицезреть облизанные зубы. Такие, что бывает, уже и вершин не осталось, одни холмики. Тут еще не всякой головкой подлезешь. Если будет жирная головка с ключа, то есть этого с трещотки 1/2, то уже и не подлезть. Так, генератор. Кстати, генератор здесь полноценный, двухфазный. С отдельной высоковольтной катушкой, с минусом, с индуктивным датчиком, все как полагается. Вот стоит аккумулятор с этой стороны, сзади. Как вы понимаете, все, что это заводится не с толкача. Да и с толкача его я не думаю, что реально завести с центробежным сцеплением. Так, крышка. Крышка закручивается на такие вот скромные винты.
под двойной форм-фактор, под PH3 и отвертку SL. Так, где-то был еще такой же точно. Мы близки практически к завершению. Ну что, я близок практически к завершению. Сейчас начнется самое интересное. Интересное заключается в установке впускного тракта и в запихивании туда карбюратора. Мы имеем... Что мы тут имеем? Вот такой вот тракт. То есть, я надеюсь, вы уже начинаете понимать, насколько здесь печальная картина с установкой карбюратора, потому что, ну, реально, места для него вообще практически нету. И тут, чтобы его снять порой, ну, там, для каких-нибудь мероприятий, это целое дело. Так, теснота полнейшая. Так, где там... Где-то можно тут подлезть? Да, можно. Так, это нам пока не понадобится. Возможно, понадобится крестовина. И головка. Головка на 10. Ну, как-то так. Все. А теперь самое интересное. Во-первых, карбюратор еще не готов к установке на данный квадроцикл, потому что флажок вот этот вот не пустит. Его нужно поставить сейчас в исходное положение, как он раньше был, то есть он стоял вот так вниз, и потом его или отрезать, или греть, или гнуть. Я еще пока не придумал, что с ним делать. Но, в общем, самое смешное, что вот так карбюратор не влазит, вот так карбюратор не влазит, вот так карбюратор не влазит. Карбюратор у нас влазит только вот так. Вот таким образом, с некоторыми матюками, помещается в такой притык, что притычить ей уже просто некуда. И можете вот понаблюдать, сколько у него здесь места для того, чтобы установить какой-нибудь фильтр-бокс. Потом, штуцер, вот он вот здесь, он смотрит как раз аккуратно над левую трубу рамы. Одеть или снять шланг здесь, это просто целое дело. Вот сейчас будет самое интересное, поэтому я сейчас поставлю флажок на место, попробую его как-то адаптировать вообще под этот квадроцикл, так, чтоб тебя перекосило, опять с тебя льется. А потом будем что-то уже пытаться собрать. Итак, на данное решение у меня ушел практически час. Изначально я хотел переварить флажок таким образом, чтобы он был вот здесь снизу и поднимался из-под трубы. Но дело в том, что здесь это сделать вообще нереально. Я это сделал, приварил, поставил карбюратор и понял, что идея не жизнеспособна. Заслонка на карбюраторе, которая работает обогатителем, вот она здесь, как бы так. Сюда даже экшн-камера не залазит. Вот она, заслонка здесь. Вот это вот. Она полностью не опускалась. Она и сейчас, в принципе, полностью не опускается, но это все равно получше, чем то, что было. То есть здесь надо, я думаю, ослабить, и тогда все будет нормально открываться-закрываться. Сейчас, пожалуй, я это как раз и сделаю. Так, где-то тут у меня была головка на 7. Вот она. Если ослабить... Вот так вот. Здесь стоит шайба Гровера и обычная шайба. Во! Вот теперь это все реально работает. И, помимо всего, здесь, несмотря на то, что вроде кажется, все это потом закроется, все равно рукой можно долезть.
Через пружину я это сделал по той причине, что все равно вибрации бы такой длинный рычаг отломали на раз. А если бы не отломали рычаг, то, возможно, бы поломали сам карбюратор. Достаточно сложно было у меня тут в моем бардаке найти такую пружину, но мне это удалось. Я прямо сейчас бешено горд за себя, что я такой родил. И самое интересное, что когда вы открываете или закрываете, то явно видны результаты ваших трудов. Оно так характерно клацает. Если на обычном флажке можно было или недооткрыть, или недозакрыть. Ну, открыть-то можно всегда было, а вот недозакрыть можно было легко. Итак, сейчас надо будет заменить еще трос газа, потому что он такой тут печальненький совсем. Опять же, трос газа здесь специфический, он короткий, поэтому сейчас я пойду пороюсь у себя в поисках штанов троса, а сам трос оставлю прежним. Хозяин говорил, что в ручке газа он уже вроде бы как начал перетираться, или здесь возле заслонки, сейчас мы на это полицезреем, но я такого действия здесь не наблюдал. Трос себя чувствует прекрасно, возможно, дело в ручке газа, я уже просто не помню доподлинно наш диалог. Итак, самое главное я сейчас забыл, я вспомнил, надо же масло залить в мотор. Масло в данный двигатель нужно 650 граммов, так же точно, как и в 157 QMG. В 139 QMB, по-моему, та же самая ситуация обстоит. Так, пробку-то я закрутил. Вот закрутил. Да, закрутил. Это будет не ха-ха себе. Под самый занавес. Итак, в пробке здесь, как и везде, есть щуп, только он коротенький. В отличие от обычного мотора. А мотор сейчас стоит с наклоном назад. Не сильно, но есть. Поэтому надо будет наливать относительно щупа под верх. Какое-то мне тут завалялось маслецо люкс. Не знаю даже откуда оно. Наверное, где-то когда-то кому-то покупал, и оно не пригодилось. Так, наливаю фактически на глаз, ориентируясь на содержимое, оставшееся в канистре. В канистре должно остаться 350 граммов. Сейчас у меня 650. Еще лить и лить. Так, 400. Ну, вот где-то 350. Так. О, видите, как интересно получается, под самую пробку. А вот если этот двигатель сейчас поставить абсолютно горизонтально, уровень масла будет такой, какой надо. Поэтому оставляем все как есть, без изменений. И будем надеяться, что это ему не навредит. Хотя я, честно признаться, не припоминаю, чтобы можно было испортить кашу маслом. Далее. Сейчас надо будет поставить бак. Протестировать, как это все заведется. Заведется ли вообще. Потому что... А, еще же глушитель надо поставить. Ёлки-палки. Ну ладно. Попробовать можно и без глушителя. Без глушителя, кстати говоря, намного более точно можно выяснить, завелся двигатель или нет. Вот сейчас без глушителя мы это и выясним. Так, краник вниз. Флажок опустить. Зажигание. Ну, видите, обогатилка работает. Видимо, много. Низкий холостой почему-то резко стал. Ну ладно, не будем морочить ему голову сейчас, соберем до конца, и тогда уже будет какая-то ясность. Итак, глушитель, иди сюда. Глушитель, кстати говоря, здесь
Чисто символически. И вот я сейчас уже понимаю, что я неправильно собрал. Потому что у меня здесь под гайкой, которая держит двигатель на раме, одновременно еще крепился и глушитель. Ну да ладно. Так, у нас там было, по-моему, на 13. По-моему. Да, на 13. Так, чтобы ускорить процесс, мы изменим пневму. Потому что пневма, это будет все в разы быстрее. Все-таки, что ни говори, а у пневмогайковерта перед пневмотрещоткой есть огромное преимущество. Пневмотрещотка — это тоже, конечно, хорошо, удобно, особенно когда речь идет о закручивании ушей возле цилиндра, ушей глушителя. Это просто бомба. Но вот что касается быстроты и качества затяжки крепежа, то, например, если взять пневму и начать откручивать переднюю ось на мопеде, она открутит гайку на оси, независимо от того, будете вы держать ось ключом или нет. А руками или пневмотрещоткой этого уже так просто не сделать, потому что нужно придерживать. То есть, вот видите, да? Достаточно ударного усилия, чтобы все это дело догонять, как говорится, до логического завершения. Так, прокладки нету. У меня вот есть вот, так, вот такого плана прокладка. Она визуально цельнометаллическая, на самом деле это не так. Внутри нее вставлен асбест. Или асбест. Как правильно. Так, здесь у нас были вот такие вот болты М6. Под ключ на 10, по-моему. Уже не уверен. Дела давно минувших лет. Постоял он уже у меня на приколе. Вообще, вы знаете, когда человек технарь, когда у человека технаря еще есть огромное стремление обзавестись хорошим инструментом, то это потом в итоге превращается как в игрушки в детстве, когда у вас был, допустим, ваш любимый конструктор, если он у вас был. У меня был, допустим, поэтому я привожу пример с ним. Это был советский Лего, типа. Кто жил в мою эпоху и имел нечто подобное из пластмассы, лего-подобное, тот меня поймет. Так, правильно я закручиваю? Ну да. У меня его было очень много. И вот это равносильно детству, когда у тебя есть куча инструментов, и ты играешься в свое удовольствие. То есть мало того, что работа приносит деньги, неплохие, из-за того, что ты всегда стремишься к повышению качества. Плюс это еще и огромное удовольствие, когда у тебя есть все средства для достижения любых абсолютно целей. Я считаю, что если мужик технарь, то он просто обязан иметь в своем арсенале все, что касается его ремесла. Если ты рыбак, то будь лучшим из лучших. Если ты стоматолог, то же самое. Если ты футболист, та же фигня. И так далее по списку. Так. Ну что, послушаем. Может быть, услышим какие-нибудь посторонние звуки из двигателя. Вы знаете, даже я бы не сказал, что сильно громко работает распредвал. То есть все-таки, видимо, зазоры я угадал. Несмотря на то, что они реально больше, чем надо, все равно все работает достаточно тихо. Что это было и почему оно заглохло? Ну, ладно. Так, теперь замена троса. Процедура не особенно интересная. Посмотрим, что из этого всего удастся сделать, потому что, скорее всего, придется клепать. И позже, опустив сам процесс, я попытаюсь вам на пальцах объяснить, что я и как делал. Итак, я не стал опускать полностью весь процесс переделки троса, потому что здесь возникли определенные интересности, которые, думаю, будут интересны для зрителя. В первую очередь, у меня валялись старые штаны вот какого-то неизвестного мне троса, я их уже собирался выбросить в металл. Я их взял, обрезал,
под длину нужную мне. Если обратить внимание, то можно увидеть, что исходный трос чуть-чуть длиннее. Я это делаю нарочно, потому что исходный трос реально длинный для, даже для этого квадроцикла. Поскольку путь от карбюратора до, от ручки газа очень короткий, то вот так вот, приблизительно прикинув одно к другому, можно увидеть, что можно сделать все намного компактнее. Поэтому сейчас я откусываю бабушку, которая находилась изначально в ручке газа. Трос многожильный, всегда сопротивляется. И теперь все это дело отсюда вытягиваю. Далее. Берем новый трос, то есть новые штаны. Сейчас их надо прочистить немножко. Я на своем старом добром точильном станке просто-напросто взял это все и подрезал в нужный размер. Теперь берем тросик. И самое главное в данном случае постараться обрезать хвост троса настолько ровно, насколько это возможно, чтобы он, когда будем протаскивать сквозь штаны, не распушался внутри. Поскольку трос многожильный, то он будет постоянно норовить это сделать. У троса есть направление витка, если посмотреть на него поближе. То есть виток здесь идет с тем же направлением, что и обычная правая резьба. Поэтому, когда просовываете трос, если он у вас начал где-то сопротивляться, старайтесь против его витка проворачивать штаны. Тогда, возможно, вы облегчите себе задачу. Вот у меня сейчас на выходе уперся, но, слава богу, прошел. Теперь я вот сейчас понимаю, что надо было подрезать, наверное. Ну ладно, сейчас мы это сделать можем без проблем. Так, где-то... А, и вот эту вот штуку надо одеть. Она мне нравится. Пыльничек. Вот такой вот пыльничек. Его лучше сюда одеть. И еще один момент. Вообще тут моментов куча. То есть можно усложнять бесконечно. Если посмотреть на новые штаны поближе, то в месте, где они приходят непосредственно к ручке газа, приходили, в них одна изоляция. Потом идет специальное утолщение, поскольку далее трос идет приблизительно там где-нибудь по каким-нибудь магистралям, и, возможно, он будет тереться. Поэтому идет утолщение, где-то еще одна изоляция. Ее нужно здесь с торца подрезать, потому что она не одевается. Здесь вот есть направляйка на карбюраторе, она позволяет регулировать подтяжку троса. То есть подтяжку можно делать не только вверху, но и внизу. Так вот, сейчас я аккуратненько подрезаю внешнюю изоляцию для того, чтобы вкрутилку в эту можно было вставить трос. Вот так-то будет лучше. То есть вот так это выглядит. И теперь можно пыльничек накинуть. В целом пыльник здесь не особенно-то и нужен, он нужен исключительно эстетики ради. Я эстетику люблю, без нее жить не могу. Что-то руки трясутся, наверное, пора выпить. Вот, пошло. Теперь просовываем трос. Теперь он просто превосходно туда становится, и наш пыльник встает. И теперь это все выглядит как заводское соединение. Далее. Я думаю, что резонно будет вывести трос вот сюда. Вот так. И теперь самое интересное. То есть на старом тросе такая же система подтяжки была под гайку с направляйкой пластиковой. Пластиковая направляйка уже развалилась. Поэтому я не знаю даже, стоит ли ее сюда ставить. Ну ладно, оставим ее для красоты. Пущай валяется. То есть теперь я просовываю недостающую деталь, закручиваю ее в штатную гайку. Здесь везде стандартно резьба М6 шаг 1,5, то есть 1,25. Вот. Накидываю пыльник второй, чтобы все было совсем уж красиво. И теперь самое интересное, сделать новую бабушку. Бабушку сделать достаточно просто. Понадобится 8-миллиметровый кусочек прута.
просверленным отверстием заведомо большим, нежели диаметр троса. Удивительно, но не нашлось ни кусочка 8-миллиметрового прута. Зато я нашел кусок старого зеркала. Здесь как раз во внутренней части, где сама пластиковая, вот этот пластиковый лопух и само зеркало, там есть как раз необходимый участок нужного диаметра, а нам много и не надо. Накернил, и здесь надо будет просверлить отверстие чуть-чуть больше, чем диаметр троса. Диаметр моего троса 1.5 миллиметра, поэтому мне понадобится сверло диаметром, например, 2 миллиметра. Обтачиваем острые края и можно клепать. Как клепается трос, вы уже видели неоднократно, если сидите у меня на канале достаточно давно. Поэтому макросъемку я включать не буду. Посмотрите общий план. Так, единственное, что необходимо учесть, когда будете подобную процедуру делать, это строго рассчитать длину троса, чтобы не получилось, что вся ваша работа на смарку. И момент истины. Здесь у нас все деформировано. Необходимо чуть-чуть развести. О, оно. То, что надо. Все, теперь можно пропускать трос так, как я собирался это сделать изначально. То есть вот сюда, под низ, потом над рулем и на его законное место. Здесь его в направляйку затолкать как следует. Все, фантастика. Все подошло, все работать будет, никуда не денется. Тем более у меня никуда не денется. Так, немножко подобие смазки здесь не повредит. Когда-то давным-давно я был в Уфе, когда покупали машину. Я имел счастье лицезреть, как работают люди в автосервисе «Акмастер». И первое, что мне бросилось в глаза тогда, это то, как они нерационально расходуют расходный материал, выданный работодателем. А именно, такие вещи, как ВД-40, они просто его выливали на изделие, там, где совсем это делать было не было необходимости. То есть достаточно было пшикнуть там еле заметно, и результат бы был достигнут. Но нет же. Поскольку оно не свое, а казенное, то его можно, в принципе, буквально разливать. Трос не сильно длинный, не сильно короткий, какой надо. Теперь нужно его зафиксировать только, хотя, наверное, даже не стоит. Да, не стоит его фиксировать, потому что его будет ломать. Все, теперь сборка. Ну все, готово наконец. Самое сложное было это установить фильтр-бокс, потому что, да хотя, наверное, даже не фильтр-бокс, его сложно назвать фильтр-боксом. Это фильтр нулевого сопротивления. Разместить его пришлось вот таким вот образом. Он стоит в задней части квадроцикла. И тут понадобилась целая куча переходных патрубков. Один, второй, третий. И самое интересное, что на карбюратор даже невозможно одеть хомут, потому что здесь тело не позволяет хомута пролезть. То есть получается, что сам замок, который закручивает хомут, затягивает, его негде расположить так, чтобы потом можно было подлезть отверткой. Вот такие вот сложности были конкретно с системой фильтрации воздуха. Но если сильно повозиться, то можно ее победить. Поэтому на сегодня у меня все.
С вами был Евгений Матвеев. Это была мастерская «Пит-стоп». Подписывайтесь, оценивайте, не держите в секрете от друзей. Спасибо за доверие и всем привет из города Саки. Все, приплыли. Конец лета.